пока вообще никаких выводов не делал, потому что еще рано, вторая игра. Но основная идея в том, что с одной стороны тренерам нужно посмотреть игроков и поближе с ними познакомиться в игре, а с другой стороны ребятам нужно побыстрее понять систему игры и то, что требует тренерский состав от них. Поэтому выводы можно делать там после 10-15 игр. Сейчас это совершенно невозможно. А по игре в целом что скажете? Хорошо сыграли, мне понравилось. И я таких явных... Мне понравилось, что не было таких грубых ошибок. Что аккуратно играли по системе, без паники. И моменты были в то же время. Но понятно, что всего вторая игра, и не в оптимальном состоянии ребята находятся. Не с точки зрения функциональной подготовки, а с точки зрения отсутствия игровой практики. Какие позиции, по вашему мнению, можно было бы еще усилить? Или, может быть, не требуется? Исходя из того, что сейчас есть на рынке, я думаю, что нам сейчас усиление не требуется. Другой вопрос, что если вдруг что-то появится такое экстраординарное, какой-то там уникальный игрок, ну, понятно, будем думать. А так, в принципе, нам сейчас и тренеры так говорят, нам надо сейчас значительно важнее разобраться с составом, кого куда. Талпар, Тарос, первые команды и так далее. Как оцените молодых игроков, которых взяли на турнир? Ну, с одной стороны, у нас стоит задача обкатать двух этих лимитчиков, которые должны быть в чемпионате. С другой стороны, мы посчитали, что на сегодняшний день из нашей системы это лучшие юниоры, и поэтому мы их используем здесь. А сказать, доволен, недоволен, ну, я скажу, они играют нормально на своем уровне. Никаких подвигов особых не совершают, но в то же время и провалов нет. А вот когда будем просматривать Тарас повыше, чем Толпа? Ну так а что его просматривать? Ему сейчас игровая практика нужна. Вот он сыграл две игры за Талпар. Я не думаю, что он сейчас готов играть в Салавате, вот прямо сейчас. Потому что он очень много пропустил, с одной стороны. С другой стороны, на самом деле здесь очень сильные вратари сейчас. И Скривенс, и Кореев, и Федотов. Я думаю, его время еще придет.